В ночь в субботу на воскресенье в Канаше произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2115 провалился в яму. В результате погибли два человека – водитель и пассажирка пятнашки. Как следует из ее материалов, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, следуя по грунту между двумя домами по улице Трудовой в городе Канаше, не заметил сигнальную ленту и выехал в яму, вырытую сотрудниками коммунальных служб, шириной около 3,5 метров, длиной около 5,5 метров и глубиной, по предварительным данным, около 3 метров, которая была частично заполнена водой. Захлебнувшись, они скончались на месте происшествия в результате утопления в воде. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, которая определит, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.